Сколько раз отжимается, какую музыку слушает и что ест на завтрак? Вопросы интерконтинентальному чемпиону по боксу Константину Пономареву ребята задавали разные. Но больше всего воспитанников спортшкол города интересовало, как это – боксировать в самом центре России на Красной площади. Я готовился очень серьезно. Ну, также, я думаю, и противник мой готовился серьезно к этому бою. И был очень сложный бой, были 8 раундов. Боксировали все 8 раундов. Выиграл по очкам единогласным решением судьи. Те, кто пришел на встречу с Константином Пономаревым в прошедшем учебном году, сами провели не по одному бою. И сейчас у каждого из них, уверены организаторы, появилась новая спортивная цель. Видят звезд, видят, чего не достигают. Вот. Сами начинают стремиться к этому. Сувениры из Москвы и фото на память чемпиона мальчишки и девчонки долго не хотели отпускать. И каждый из них теперь точно знает, чем займется на следующей тренировке.